Шоу-бизнесу все возрасты покорны. Оказывается, самой настоящей профессиональной фотомоделью можно стать уже в 4 годика. На этой неделе в Москву съехались юные красавицы и красавчики со всей страны на конкурс «Мини-мисс» и «Мини-мистер России». Все как у взрослых. В течение 3 дней состязания в дефиле и портфолио. В конкурсе участвуют девочки и мальчики в возрасте от 4 до 15 лет, ставшие победителями подобных состязаний у себя в регионах. Ваши аплодисменты! Несмотря на юный возраст, многие конкурсанты не понаслышке знакомы с тем, что такое жесткая конкуренция. Вика Антипова из Кемерово выиграла конкурс «Гордость нации». А вот главный приз, заветная корона «Мини-мисс России», ускользнула. Управлять эмоциями юным королевам красоты, ох, как нелегко. Другая девочка выиграла. А мне говорили, что приезжает с короной. Таня Богданова в модельном бизнесе не первый год. В Москву она приехала из Южно-Сахалинска и стала лучшей 14-летней фотомоделью России. Правда, подиум для юной красавицы – лишь увлечение, а не будущая профессия. Но пока еще не определилась на кого, но на медицинский. Вручение титула мини-мистера прошло по-мужски, без лишних эмоций. Катакина, пьяный путь! Уже этим летом победители российского конкурса поедут на международные чемпионаты красоты. Они будут идти весь год, а лучшие из лучших встретятся в финале в Голливуде.